Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня мы с вами взбиваем сливки. Сегодня у нас будут вот такие вот сливки. Они продаются в Перекрестке в районе 200 с лишним рублей. Здесь у нас 500 грамм. На эту пачку был отдельный обзор. Отдельно посмотрите. Так, они у нас холодные, конечно же. Нам понадобится вот тарелка. Блендер или миксер. Миксер, наверное. Вот, мы туда все выливаем. Ой, боль. Боль. Также нам понадобится сахарная пудра, которую я сделала только что. Сделать ее можно в кофемолке. Через, кстати, интернет-магазин она очень дешево стоит. Например, в ДНСе. Так, включаем наш миксер, блендер. Как он уж называется, я уж даже это не знаю. Так, и будем взбивать на маленькой скорости. У меня вот здесь вот она двигается, вот она. Сделаю на маленькую скорость и буду взбивать по чуть-чуть. И потом будем постепенно добавлять. Да, кстати, нужно сразу ложку. А ложка у меня есть. Ура! Ложечкой будем потом добавлять сахарную пудру. Где-то на 500 мл должно понадобиться 2 столовые ложки, но у меня где-то я перемолола 3 столовые ложки. На всякий случай, чтобы уж, может быть, послаще будет. Так, начали. Смотрите, классная получилась прям такая она, с такими, как эти, как же, зефирки, да? Они вот точно такие же красивые, как, смотрите, такая она стала хорошая. Я думаю, дальше, наверное, взбивать уже смысла нет. Она довольно плотно так стоит, ее уже можно накладывать в какой-нибудь там стаканчик и пить, вернее, кушать или пить кофе, с кофе накладывать сверху, вот как делают в кафешках. Вот, она у нас, смотрите, взбилась, на все прошло, на все у нас ушло с вами где-то в районе 10 минут, где-то даже поменьше, где-то минут 8-9, вот так вот, ну, где-то вот, как-то так. Вот, сейчас мы с вами ее попробуем. А, знаете, пока я мешала, я подумала, что все-таки я очень сильно хочу именно миксер, который сам мешает, который вот сам вот это вот так вот дын-дын-дын все делает. Руками 10 минут держать, стоять, это довольно сложно. Ну вот, смотрите, какая получилась роскошная пенка. Прям такая пенообразная. Взбивала я где-то 10 минут. Это будет у нас отдельный ролик, как я все это делала. Смотрите, какая она. Не сразу падает с ложечки. И давайте ее с вами попробуем. Она очень-очень безумно вкусная. Очень воздушная. Нежно-сладкая. Но я чуть-чуть еще сахарной пудры добавила 2 столовые ложки. Но она осталась такая же нежно-сладкая. Жирность чуть-чуть чувствуется, то, что она жирненькая.
но прям безумно вкусно, знаете, по вкусу напоминает на мороженку. Кажется, что это просто растаявшая, взбитая мороженка. Но, конечно, она по составу гораздо лучше, чем та мороженка, которая продается в магазине. Ну, как пломбир, знаете? Вот типа такой же. Очень вкусная, прям такая нежная. Прям классная. Знаете, хочется кушать еще и еще и еще кушать. Прям обалденно. Туда клубничку макать, например, можно. Хотя, честно говоря, я люблю по отдельности есть. Там съесть клубнику и отдельно наслаждаться уже сливками. Или там сливки, а потом клубника. То есть так вот. Но очень вкусно. И взбивала, да, я 10 минут. Взбить у нас, видите, получилось. Очень прям такие, смотрите. Пенка такая стойкая. Не знаю, там какая она будет через несколько часов. Будет ли она дальше стоять. А, наверное, в комментариях я это пока напишу. Потому что не знаю, насколько я сейчас съем быстро. Может быть, я ее сейчас всю съем, а может быть, она останется, я уберу тогда в холодильник. И потом снова доем. Там, как она в тепле будет себя вести, я не знаю даже. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика уже. Также смотрите другие обзоры на другие продукты с фикс-прайса и товары тоже. Продукты из магазина фикс-прайс. Продукты из магазина Светофор, Победа. Обзоры на шоколадки Альпенгольд, Милка. И там много разных других шоколадок, очень интересные. Обязательно посмотрите. Также там другие продукты разные есть. Консервы, тортики. Много всего интересного. Также есть обзоры на технику, видеокамеры, карты памяти, батарейки, Bluetooth-наушники, которые сейчас такие у нас прям популярные стали уже в этом году. Может быть, даже и в прошлом, по-моему, да? Также, смотрите, есть на моем канале живопись, качественные фоны, обзоры дачи, рассказы про дачи, что как делается. Вот. Короче, там много-много всего интересного, много плейлистов, и еще у нас будет очень много всего интересного. Поэтому обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите обязательно комментарий, понравился ли вам обзор или нет. И ставьте лайки. И всем пока-пока, с вами был канал Артмания.